Всем привет! Добро пожаловать на футбол из весенней, но все-таки еще заснеженной России. Мы с вами перемещаемся в теплую солнечную Турцию, где продолжает работу в рамках учебно-тренировочных сборов российские команды. И вот москвичи начинают эту игру первым ударом по мячу. Начнем и с их стартового состава. Итак, в воротах у молодежки Родины Максим Швагерев под номером 66. Вот до Максима как раз-таки на границе чужой штрафной. Вот так низом. И дальше неплохо. И посмотрите, какой удар и добивание тоже. Ну, это что-то из наигранного. Мы с вами увидели очень симпатичный розыгрыш этого стандарта. Передача такая в недодачу, да, вот сюда и дальше. Резанный пас на сыграла два матча. Первый матч против Чертанова 2005. После этой атаки Новосибирска продолжим. Низом прострел на дальнюю. 1-0 становится счет. Вот так. Получилось отклеиться на левом полуфланге. И как-то в роли статистов, да, здесь замерли футболисты Родины. А тем временем их соперник из футбольного клуба Новосибирск влетал буквально под эту передачу. Неплохо. Вот так веером она раскрывается. И в итоге мяч переводится направо. И вот отсюда удар. Вы знаете, может быть, и совершенно правильное решение принял Егор Сайгушев в этом эпизоде. Ну, сколько уже можно, согласитесь. Коноплев, можно бить в касание, в дальний угол, не попадает. 97-й номер Новосибирска, посмотрите, как достаточно прозаично во втором тайме. Пока что Родина атакует правым флангом, неплохо, падение, это пенальти, да. Никаких вопросов, Константин Матвеев очень здорово здесь сыграл. Одного прокинул, второго прокинул, и вот оно, посмотрите, это падение. Не успевает Алексей Соловьев, да. 1-1, но очень уверенно Егор Сайгушев в левый от себя угол плотно отправляет мяч. Ну а в свою очередь Максим Киселев летит в противоположный угол. Ничья на 50-й минуте этого матча. В принципе, можно попробовать и прямым ударом, можно и подать. Вот так, да, прямой удар с левой ноги. Борис Цыганков в обход стенки. Специальной заявкой на сезон. А здесь момент. И можно было бить, но чуть все-таки завозился капитан Новосибирска. И посмотрите, какой подкат. Как классно сыграл. Здесь два капитана сошлись. И Егор Трунтаев добежал, не выключился из эпизода. Подобежал и, посмотрите, сохранил мяч и под рабочую правую. И дальше голову поднял и нашел партнера в чужой штрафной. И передача во второй темп. Все классно. И удар по воротам. Ну, слушайте, это просто класс. Супер. Крутая атака футболистов молодежки Родины приводит к тому, что москвичи выходят вперед. 2-1. Как здорово здесь все разыграли. Таким образом, слева у Новосибирска в полузащите свежий исполнитель. Об этом позже, потому как Сайгушев перехватывает мяч. И передача на дальнюю, добивание. Пересек ли мяч ворота? Он пересек. 3-1. Вот так дуплетом. Дуплетом выстреливает Родина. Посмотрите, Сайгушев вот здесь накрыл соперника, стрельнул. И удар уже... Подача в зону, неплохо. И четвертый вылетает. Да, четвертый летает в ворота Новосибирска. 4-1. Ну, кто бы... Считанные секунды остаются до финального свистка. Вот уже арбитр поглядывает на часы. И, собственно говоря, этот самый свисток и дает. 4-1. Очень уверенно. Молодежка Родины сегодня в рамках товарищеского матча здесь, на учебно-тренировочном сборе в Турции, одерживает победу над своим соперником из футбольного клуба «Новосибирск».